Всем привет! Добро пожаловать на стадион «Авангард» в Домодедове. Продолжается программа 22-го тура МЛБ первой лиги. И воскресную программу этого тура открывает игра местного «Велеса» против «Нефтехимика». Первый матч этого тура, воскресного тура, воскресной программы начинают именно эти команды. «Нефтехимик» с центра поля начал. Я думаю, вы уже разобрались, кто в каких цветах играет. «Велес» в домашних для себя таких темно-синих. Ну а «Нефтехимик» в светлых. И сразу с атаки начинают гости. Это Максим Барсов. Мяч под левый, удар выше ворот. Петр Косаревский все контролировал. И по праву забирает мяч. Ох, какой красивый розыгрыш. Базилюк 1-0. Ну, сразу видно, что сборы «Нефтехимик» провел продуктивно. Работает тренерская установка, работают тренерские комбинации. Его противостояние с экс-партнером. Удар Базилюка. Косаревский отбивает прямо перед собой. Но Барсов не подоспел. До сих пор общаются. Честно говоря, в подтрибунке я этого не видел, но можем присмотреться. Ну а сейчас жесткий фол. В центре красная карточка. Вот это да. Вот это новости. Ничего себе. Слушай, но Хетак Бадоев, да, пострадал? Он сейчас смотрит. Флангу там два футболиста в штрафную набегают. Ох ты, Саркисян на острие, в упор и Обухов. Волшебник. Блестящий момент. Здесь и нападающего можно похвалить. Песиков, передача на порту. Ох, какой удар! 1-1! Блестящий выстрел Бацуева. Ты бы видел сейчас реакцию Вип-ложа, где сидит Тенгиз Путкарадзе, спортивный директор, где сидит... Паша, они сейчас несут здесь всю скамейку. Они здесь сейчас растопят все, что только можно, и высушат все лужи на стадионе. Бацуев! Вот Песиков слева обостряет. Очень даже неплохо. Его, правда, Берников встречает. Здесь отключались. Песиков прострел! Ох, какой моментище! Какая атака потрясающая! Вот я сдерживал себя, на самом деле, от этих сравнений. Но сегодня мало того, что спартаковская погода, так еще и комбинация «Велеса» сейчас вот чисто красно-белыми цветами. Ну вот Бацуев. Подача. Саркисян! Дали! 2-1! Саркисян! И как опять все было похоже на подобие матча с Уфой. Подача с правого фланга. Саркисян открывается и в прыжке головой в дальний угол замыкает. 2-1! «Велес»! Сайт «Спортэкспресса», его открытое письмо. Себастьян Терлецкий его брал. И это третий! Смотри, что происходит! Бацуев творит чудеса. Да, здесь рикошет подсобил. Они быстро, молниеносно разыграли. Это уже четвертое, может быть, даже пятое угловое. Опять же на левом фланге. Видно, что «Велес» больше тяготеет к левой бровке. Но это работает, это получается. И столь эффектно разыграть получилось «Велесу» эту атаку. Действует потрясающе. Еще один удар, и рядом со штангой мяч пролетает. Евгений Песиков пробивал. На сей раз уже... возле штрафной. Подача! Нет удара, но подбор за «Велесом». Вот удар и рикошет. Мяч улетает на угловой. Страшно становится за «Нефтехимик», правда. Все. Поэтому защитники-то сегодня с Георгом не совсем справляются. И вот он там опять в окружении двух ищет пространство. Передача налево. Песиков прострел! 4-1! Дубль Георга Саркисяна! И это опять Песиков. Слушай, ну мне безумно жалко Берникова. Его просто там уничтожает Песиков. При том, что они оба сыграли по 54 минуты. Что за гений Песиков? Гений физической подготовки, технической. Но здесь уже потихонечку все празднуют победу «Велеса». И действительно, она случается. 4-1. В первом тайме, напомню, красную карточку у «Нефтехимика» получил Филипп Дворецков. Довольно быстро «Велес» отыгрался. Он проигрывал 1-0 после гола Константина Базилюка.